когда-то нехило так опаздываешь на ледовое шоу, как обычно у меня. Надеюсь, я смогу спокойно зайти в Уфа-арену. И, кстати говоря, я не успела сделать ни плакат. Я иду без цветов, без игрушек. И, надеюсь, меня Женя Семененко простит. Прости, я дарю просто свою любовь. Понятно. Здесь огромная толпа, и я не знаю, как я сейчас зайду. Просто какой-то кошмар. Я смогла зайти прям тютельку в тютельку. Я не могу найти свое место. И блуждаю по ледовой арене. Когда уже вроде что-то началось. Я выдохлась. Я не знаю, где я. Но устала. Никого нет вокруг. Меня это, наверное, должно смущать. Я успела, тут еще не началось. И я вообще оказалась на самом верху. Я села на свое место, потому что никого нет. Меня это устраивает. Социопатичные люди, здравствуйте. Ужасно я выгляжу на камере, но ладно, извиняйте. У меня есть такой соблазн все-таки в перерывах спуститься куда-нибудь вниз, потому что я вижу, что внизу места свободные. Я не знаю, смогу ли я такую махинацию провести или нет. Но тут наверху как-то, как будто боженька я сижу наверху, посмотрите. Странно, вроде норм. Сейчас посмотрим, как будут выступать. Невероятно, чемпионский состав фигуристов выступит сегодня только для вас на льду Уфа-арены. Товарищи, кто-то начал кататься, я не понимаю, кто это? Кто ты? О, может быть, так я пойму, кто это? Кто это? Только не говори, что это Женя. Это будет мой фол. Нет, это не Женя, это не Женя. Ладно, все, мое сердечко бьется дальше. Ой, боги, тут здесь такое происходит. Ну вообще. Я никого не вижу, но мне нравится. Императрица Елизавета Токтамышева. Ну, шикарная женщина. Сейчас опять руки у меня будут трястись. Простите. О-о-о. Зал ее пока громче всех поддерживает. Diamonds of the river.
Боже, я не ожидала, что будет Синицын и Кацалапов. Это, по-моему, шоу-турнир. Боже, как я их обожаю. Ученики Александра Шурина, двукратные чемпионы России, двукратные чемпионы Европы. Даже Петр Гуменник есть. Я, получается, вообще не знаю, кто будет кататься. Анечка, какая она красивая. Кошмар какой-то. Потрясающая. Ой, у нее так много фанатов. О, боже мой, это олимпийская программа. И я не знаю, как это будет выглядеть в итоге на монтаже, но вам страдать и вам смотреть. Простите.
началась какая-то спонтанная автограф-сессия на льду. Камила, Софья Акатьева и еще кто-то. И так мило, что девочки маленькие, видно, что школьницы, они так упрашивают Софью Акатьеву подойти к ним, подкатить к ним и дать автограф. Ну, прям очень круто, что девчонки так вот прям болеют, и что у них есть такие кумиры. Прям здорово. Я стою, не ухожу, смотрю, в надежде, что может выйдет Женя Семененко. Если выйдет Женя Семененко, кто-то пойдет по головам. Короче, все так кричали, чтобы Акатьева подъехала. Акатьева долго раздавала автографы, действительно долго после шоу, и она сейчас ушла. Так грустно стало. Так ее звали, так ее ждали, но время, время. Потом надо уважать, безусловно, то, что они катали 2 часа. Вообще, больше всего меня на этом шоу впечатлила Камила Валиева, и смотреть на нее по телевизору вообще не то. И вот прям чувствуется, что она невероятно светлый и добрый человечек. Вот она до сих пор раздает автографы, хотя уже прошло сколько минут. И она реально невероятна. Просто крутая Камила. Еще Алина Загитова раздает автографы тоже. Столько времени уже остается на льду. Просто девчонки огонь. А пацаны не выходят, а пацанов нету. Уже не Семененко, Петр Гумени, где вы? Их нету, короче. А вообще я в шоке от того, как много подростков, фанатов фигурного катания, и это не может меня не радовать. Их очень много, просто много, это только в одном городе. Невероятно. Честно, я не знаю, зачем я продолжаю сидеть, я очень хочу кушать. Очень. Я сегодня вообще нормально не питалась, не успела ничего, сразу после работы сюда. И я продолжаю сидеть среди подростков. И смотреть на Камилу, на Алину, и все. Остальных просто нет. Женя Семененко, я тебе припомню когда-нибудь этот момент. Конечно, нет. А вдруг он уже вышел с черного входа? На улице, кстати говоря, уже темно. Я не знаю, ожидать ли их у черного входа или же нет. Наверняка там тоже есть толпа, я думаю. Уже. Люди подозрительно некоторые стоят с цветами. И я думаю, что кто-то будет поджидать у черного входа. Сделаю кружочек на всякий случай около арены, мало ли. Вот я голодная в темноте, делаю кружки. Знаете, флешбеки с того шоу, которое я ходила на Стефана Ламиеля. Тоже темно, стоим, ждем, мы там вообще допоздна стояли. Сейчас я так стоять не буду. Женя, прости. Мне кажется, они надолго зависнут, потому что, учитывая то, что девчонки еще до сих пор на льду и раздают автографы. Видимо, автобус, машина, а может, они на личных машинах, слушайте-ка, доехали уже до отеля давным-давно и ждут. А луна красивая. Короче, шикарно, шикарно все. Я рада, что я сходила, но меня не устроили мои места. Потому что потом я спускалась вниз, и там вообще идеальные места. Слушайте, я увидела одну толпу. Походу, люди ждут. Точно, там служебный выход, они ждут. Ну, и я подожду тогда. Посмотрите, что у меня в руках. Просто. Сама ничего не делала, а есть автограф Жени Семененко. В итоге я стою в очереди, непонятно зачем, увидеть поближе фигуристов с автографом Жени. Уже больше 40 минут я стою, жду непонятно чего в толпе людей. Я не знаю, как я домой приеду, я очень голодная, но хочется увидеть опять фигуристов.